Всем привет! Вот вышло первое видео по токарному станку. Комментарии. Все прочтены, на что-то смог ответил, на что-то не успел. Ну и внял я просьбам моих подписчиков, моих зрителей. И тот станок, который у меня есть, вот этот токарный, я не буду трогать и буду делать. То есть, ну как бы, действительно, я понял, что от станка останется только одна станина, и все остальное просто или продать не смогу, или будет продавать очень долго. Ну и все-таки ручной станок тоже нужен. Ну, поскольку у меня все запчасти ЧПУшные есть, и не хватает только одной. А тут я вот в компасе накидал вот такую вот схемку. А смысл в чем будет? Будет заказана вот здесь у нас камнерезки, у нас очень шикарная камнерезка. Будет заказана гранитная плита целиковая, длиной 1 метр, шириной 40 сантиметров и толщиной 8 сантиметров. Ну, по очень хорошему знакомству, там работает родственник моей жены. Он обещал мне сделать плиту, причем очень так достаточно недорого. И все будет, все запчасти будут собраны на такой вот гранитной плите. Тут я ее вот в компасе нарисовал. Единственный момент, у меня теперь нету передней бабки. Ребята, если у кого-то есть знакомые, кто продает переднюю бабку, или кто-то знает, где ее можно купить, потому что 3 дня я уже начинаю день с того, что захожу на Авито, захожу на чипмейкер, смотрю, передней бабки нигде нету в продаже. Была одна, быстро очень купили, ну то есть очень быстро разбирают их, я так понимаю. Мне подойдет от ТВ-7, если не ошибаюсь. Да, от моего станка тоже 16У04П. Ну, то есть, любая передняя бабка от школьника. Если вдруг у кого-то завалялась, пишите мне, пожалуйста, на почту или сюда, как бы, в комментарии. Лучше, конечно, на почту или ВКонтакт, или Фейсбук. И я рассмотрю варианты о покупке такой вот вещи, как передняя бабка. Желательно бабку, конечно, с патроном. Патрон 125, достаточно, в принципе, и сотки. Схема будет заключаться в следующем. Вот станка на гранитную плиту будут просверлены отверстия, сделаны закладные туда на специальный клей, как же мне сказали, Тенакс называется этот клей, по-моему, итальянский, что-то, какой-то композит, который очень хорошо клеит природный камень. А здесь будут сделаны закладные под рельсы, под тридцаточки, и в них будут прикручены рельсы, и на них будет собрана вот такая вот конструкция. Ну, это пока как бы набросок, грубо говоря, потому что что-то будет меняться. Но схема, скорее всего, останется такая же, как есть. Да, кстати, вот мне ВКонтакте написал один человек, зовут его Данил, живет он в Уфе, и вот он пообещал мне помощь в следующем, то есть он обещал мне из стали вырезать вот такие вот эти вот пластины, фрезернуть их, то есть все, что нужно сделать, и уже, то есть вот будет средняя пластинка собранная, сейчас я разберу ее. Вот, чтобы посмотреть снизу, как она выглядит, сверху. То есть на ней будут собраны блоки. Ну, то есть тут нужна будет фрезеровка, отверстие, отрезать. И из 2-сантиметровой стали все это будет дело сделано. То есть от алюминия я отказался тоже, благодаря вашим комментариям. Потом здесь ременной привод будет зависеть от того, какая бабка мне попадется, какую я смогу найти, купить. Все будет от этого зависеть. Затем схема какая следующая. Вот эту вот плиту я обвяжу уголком. То есть, ну, как бы уголок будет, в нее вложена плита. Плита будет стоять под уклоном. И дальше этот уголок будет крепиться на какую-то раму каркаса.
пока еще это все в набросках у меня есть, надо, времени не хватает посидеть в компасе, конкретно заняться, расчертить всю раму до конца, потому что это тоже еще неизвестно, какая здесь будет бабка, от этого тоже нужно будет исходить, чтобы уже дальше работать вот с этой вот конструкцией полностью. Ну вот такое коротенькое видео. Спасибо за комментарии, что вот мне помогли принять такое вот решение. Ну, думаю, все получится, все будет хорошо. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.